Вітаю, це програма «Інтерв'ю», я Олександр Васильєв, і сьогодні у мене в гостях людина, яку ви усі чудово знаєте, я думаю, до якої у вас, як і у мене, є дуже багато запитань. Народний депутат України трьох скликань, двічі кандидат у президенти України, у минулому один із лідерів партії регіонів Інна Богословська. Інна Богословська – український політик, народна депутатка України трьох скликань, голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Віче України». У 2002 році була одним із лідерів команди «Озимого покоління». У 2007-му – заступник міністра юстиції України в уряді Віктора Януковича. Двічі балотувалася на посаду президента України. Була головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування підписання газових угод. У 2013 році вийшла з фракції партії регіонів на знак протесту проти побиття студентів на Євромайдані. Інна Богословська – автор плану розвитку України. Нагороджена орденом Святої Ганни 4 ступеня, заслужений юрист України, одружена, має доньку та онука. Інна Германівна, вітаю. Дякую, що знайшли час на цю розмову. Я одразу попрошу вас давати відповіді російською мовою, оскільки нас буде дивитися велика аудиторія Ютубу з Росії. Тому, якщо ви не заперечуєте, ви будете відповідати російською мовою, аби нас усі почули і зрозуміли. Я буду намагатися, коли буду переходити на українську, ви мене зупиняти, я буду російською відповідати. І так, по-русски. Да. І розпочинаємо з бліца. Порошенко чи Зеленський? Зеленський. Тимошенко чи Порошенко? Ніхто. Тимошенко чи Бойко? Ніхто. Ви особисто знали Віктора Януковича. Він страшна людина? Ні. А який він коротко от, в особистому спілкуванні? Це не має значення, який він в личному спілкуванні, тому що він з різними людьми спілкувався по-разному. Хтось говорить, що він біл морди і матерився. Со мною ніколи в житті такого не було. Тому я запитав, чи є він страшно жорсткою людиною? Я цього не бачила, я не думаю. Він, безусловно, талантливий чоловік, оскільки він з самого дна житті дійшов до президента. Але він чоловік несмілий і нерішительний. Чому? І в цьому проблема. Це його характер такий. Недостаток характеру, недостаток волі. Он умел очень много терпеть, но он не всегда умел принимать верные решения. Але людина не дурна? Нет, конечно. Как дурак может на жизни подняться до президента? А кто, на вашу думку, є найкращим президентом України? Кучма. Чому, знову ж таки, якщо коротко? Во-первых, единственный человек, который ввел реально совершенно новые институты. Он ввел институт собственности, он ввел институт политической оппозиции, он ввел частную собственность на средства массовой информации. Он позволил украинским гражданам наконец-то почувствовать, что такое частная собственность на жилье, потому что в Советском Союзе не было частной собственности на жилье, кроме коротенькой, там, маленькой ниши кооперативов. Он реально продвинул страну к Европе и к НАТО. И привив олигархат в Украину. Нет, ну, олигархат, его, нет, да? Создал олигархат в Украине как объединение экономической, политической и медийной власти не Кучма, а Ющенко. Это большая ошибка историческая, и те, кто хочет реально знать историю Украины, должен почитать, посчитать, и он поймет, что слабый Ющенко, который он слабый как президент был, слабый Ющенко, который с первого же дня совершил ошибку и поставил премьер-министром Тимошенко, которая с первой же секунды начала бороться с ним, как с президентом, за личное президентство. Все это привело к тому, что у Ющенко не было основы, ему не на кого было опираться. И он принял решение опереться на крупный капитал и помог этому капиталу зайти в парламент и объединить фактически экономическую, политическую, да. Медийную це, власть. Це бліц. І чи вірите ви в те, що, якщо вже згадали Леоніда Кучму, що він причетний до вбивства Георгія Гонгадзе? Нет, категорически. Я говорила об этом неоднократно. Те, кто знает Кучму, прекрасно знают, что он никогда не мог дать... Он другого типа человек, он не мог дать указания там уничтожать кого-то. Тобто плівки Мельниченко – це фальшивка? Нет, на пленках Мельниченко нет ни одного указания Кучмы на уничтожение Гонгадзе. Ну, прямого? Нет, ни прямого, никакого. Когда человек говорит, разберитесь с ним, когда ему говорят о том, что опять негативные материалы, это не имеет никакого отношения к физическому уничтожению, к преследованию и так далее. Это обычный сленг наш с вами. Сколько раз мы в жизни говорим, разберитесь с этим человеком, что он там хочет, да? Это же не значит, что мы даем указания на то, чтобы ему отрубили голову, там, закопали. Бред. У 2012 році, за версією журналу «Фокус», ви увійшли у топ-100 найвпливовіших жінок України. Як ви особисто це відчували?
Якщо відчували, звичайно. Никак. Я живу так, как я живу, всегда делаю то, что я считаю нужным, всегда. Делаю так, чтобы мои ценности и мои принципы были неприкасаемы ни для меня, ни для других. Кто-то это оценивает отлично, не оценивают. Угу. Если честно, это для меня не маркер. Вы мне сказали, я даже не помню этого. На мою особисту думку, ви є однією з найкрасивіших і найелегантніших жінок в українській політиці. Спасибо. Скажіть, будь ласка, чи користувалися ви колись цими козирями, аби досягати певних політичних цілей? Ні, у мене другая історія. Я завжди була симпатичною з дитинства. І з дитинства мені завжди хотілося, щоб цінили не мене як красиву дівчинку, або там потім жінку, а чтобы ценили мой ум, мои способности, мой характер. И поэтому я всегда старалась очень-очень скромно одеваться. Я зализывала волосы назад. У меня было всегда минимум макияжа, но он был. То есть я мучилась от того, что мужчины очень меня хотели, в большом количестве за мной ухаживали, и мне было непросто доказать, что я из тех женщин, которые идут к достижениям не через постели, mm-hmm. не через мужчин, а самостоятельно. Mm-hmm. Я этого добилась в жизни, я в кайфе от этого. Мои три мужа – это три больших этапа моей жизни. Спасибо им огромное. Это люди, которые не имели никакого отношения к моей политике или к моему бизнесу. Они занимались совершенно другими делами. И у каждого из нас было поле лидерства. И мне mm-hmm. это очень нравится. Ви говорили не раз про те, що ви потрапили в українську політику не через ліжко, як це роблять багато українських, ну, жінок в українському політикумі. Невже це правда, що в Україні так багато жінок стають політиками, будемо відверто говорити, завдяки сексу, а не розуму? Ну, це немножко не так, я говорила. Я говорила о том, що, як правило, в політику мужчини продвигають жінок, с которыми у них есть либо секс-отношения, mm-hmm. либо это их подчиненные в бизнесе, и они их продвигают в политику для того, чтобы это были лоббисты. Mm-hmm. А сильные женщины, которых у нас там по пальцам можно пересчитать в украинской политике, это не женщины, которые попадали в политику через постель. А там понятная карьера Тимошенко, которая, в общем, стартовала в политику через отношения с Лазаренко, но это другая история. Это два олигарха слились в экономическом, политическом и сексуальном оргазме. И вот так мы получили эту дуальную пару Лазаренко-Тимошенко. Надеюсь, наконец-то сейчас будет конец этой эпохи. Угу. Ну, такий розлогий у нас вийшов бліц, але цікавий. Рухаємося далі. От десь тижні три тому на вашому місці сидів Роман Безсмертний. Я поставив йому запитання, чи не соромно йому за провали команди Ющенка, як найближчому соратнику Віктора Андрійовича. Вас хочу запитати дещо схоже. Чи відчуваєте ви особисто відповідальність, як у минулому один із лідерів партії регіонів, як соратниця Віктора Януковича, за весь той жах, до якого привело його правління? Во-первых, я ніколи не була одним із лідерів партії регіонів. Ну, я була лідером номер у списку, так. Я була завжди білою вороною там. І двигала то, что я считаю необходимым. Во-вторых, из 7 лет нахождения в парламенте по спискам партии регионов я почти 4 года не была членом. Я дважды выходила из партии регионов. И в-третьих, я сделала все для того, чтобы партия регионов становилась лучше и не сделала тех негативных вещей, которые она, к сожалению, сделала. Хочу напомнить, что я остановила сговор партии регионов и Бюта, когда они распилили страну в 2009 году, да, и вышла из партии регионов, и полтора года не была там. Вдруге, якщо не помиляюся, ви вийшли з партії регіонів 30 листопада після побиття студентів на Майдані. Ви засудили дії бійців Беркуту. Та чи намагалися ви особисто якось вплинути на ситуацію? Чи зв'язувалися ви з тоді вже колишніми соратниками по партії? Конечно, там, ну, я... можливо, з Клюєвим, Льовочкиним, які мали реальний вплив? Я теж, як тільки я вийшла, вокруг мене створився вакуум, всі боялися зі мною спілкуватися. Я розіслала смски зі свого личного адреса всім. Хтось відзвався, хтось обозвав мене матом, хтось попросив взагалі ніколи з ним більше не зв'язуватися. Mm-hmm. Были несколько встреч таких под покровом ночи,
Когда меня просили вернуться, моего мужа уговаривали вернуться, принесли ему деньги, он отказался. И, ну, в общем, все, что можно было делать, чтобы члены партии регионов вышли из прошлого большинства, сформировали проевропейскую коалицию, чтобы мы вышли из вот этого кровавого сценария, я сделала. К огромному сожалению, не нашлось людей, которые рискнули это сделать. І ми отримали те, що отримали. Ну, ви говорили, що після вашого виходу з фракції партії регіонів на вас почався шалений тиск. Да, і доходило навіть до погроз, так? Да? Да. І автоматчики около нашого дому теж були. І від кого це? Я не знаю. І ви не намагалися з'ясувати? А як ви це з'ясуєте? А Портнов, який зараз намагається із себе строїти приличного чоловіка, який позвонив мені по телефону в январі, по-моему, это был январь или февраль, я уже не помню, и реально угрожал жизни и матерился так, что я такого мата от самых низких людей не слышала, и кричал, что сейчас мы с этими справимся, имея в виду Майдан, а потом я тобой лично займусь и закопаю, и тебя будут иметь в тюрьме во все дыры, и будешь у меня под асфальтом. Это правда. И когда сейчас этот человек пытается там, надевать на себя маску приличий, я хочу йому напомнити, пусть возвращається в Україну. Я зроблю все, щоб він сидів. Ну от знову ж таки, як людина, яка ну, знала Віктора Януковича, ви з ним спілкувалися, як ви думаєте, чи міг він особисто віддати наказ розстрілювати майданівців? Ні, у мене на це відповіді. Я думаю, що ми дуже мало знаємо о реальному російському впливі во время Майдана на Януковича. Здесь сидели специалисты русских спецслужб, сюда прилетали доверенные лица Путина. Я думаю, что это самое главное, на что мы должны ответить. И по большому счету от этого будет зависеть ответ, где мера вины. То, что он виноват как президент, который это допустил, безусловно. Но не если... зупинив, принаймні, да? Да, ну о чем вы говорите? Конечно, прямая вина. Это его ответственность. Но мы должны понимать, что до тех пор, пока мы не изучим по-настоящему влияние русских на этот процесс, мы не будем знать правды, как это происходило. Вы говорили, что у вас есть данные, что на Майдане были задіяні російські спецназівці, які були перевдягнені у форму Беркута. Ну, что значит данные? Это беркутовцы сами. И я бы очень хотела, чтобы мы нашли тех 20 человек. Мне сами беркутовцы рассказали о том, что 20 наших спецназовцев находились в доме отдыха в Кончезаспе. У них забрали одежду, забрали их жетоны. И в эту одежду и в эти жетоны были переодеты русские спецназовцы. Это то, что мне сказали беркутовцы. Один из них сейчас в эмиграции за пределами Украины. Это я знаю точно. Я не имею его координат, но я недавно встречалась с нашими общими знакомыми. Они подтвердили, что он находится за пределами Украины, он жив-здоров. Если, я думаю, что если в стране кому-то это нужно, можно найти тех, кто имеет доказательства того, что были задействованы русские спецназовцы. Ну, от продовженням Майдану стала окупація Криму. Ви не раз говорили про те, що Крим здали. Не, ну подождите, во-первых, не продолжение Майдана стала оккупация Крыма. Как это продолжение Майдана? После Майдана сталася оккупация Крыма. После Майдана, а на самом деле даже во время Майдана, потому что если мы с вами посмотрим на медаль за освобождение Крыма, то мы там увидим 22 ну, да. февраля. Угу. И вы говорили, что Крым влада тодішня здала. Конечно. Что и сейчас выкладает, история подтверждает слово «здала»? Ну, в каком смысле? В прямые обязанности президента, тогда был исполняющий обязанности президента, входит защита страны. В прямые обязанности Совета национальной безопасности и обороны входит защита страны. Где такое видано, чтобы не было дано приказа выполнить устав вооруженных сил? Якби ми задіяли силовий варіант тоді, чи не вважаєте ви, щоб це призвело до широкомасштабної війни? Ні, категорично настаиваю. Якщо б ми почали захищати Крим, не було б Донбасу. Тобто ви думаєте, далі б Путін не пішов? Він би зав'яз в Криму. Більше того, якщо б ми почали захищати Крим, мир би очухався і зрозумів, що таке віддати росіянам Крим.
Он сейчас уже из полуострова сделал военную базу, которая может нести ядерное оружие. Он сейчас нарушил все балансы в Черноморском регионе. Если бы украинская власть была способна, извините, если бы у них была то биологическое, та биологическая часть, которой нет у меня, как у женщины, да, то страна была бы на острие мирового восстановления там, правил и так далее. А мы сейчас, как щенки, которых загнали под стол, и мы сами виноваты в том, что мы инфантильны. Власть оказалась не способна решить вызовы. До речі, у 2010 році ви проголосували за продовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Це в продовженні цієї теми. Це неправильна подача Харківських соглашень. Харківські соглашення були про другое. Главне содержання Харківських соглашень була економічна частина. Чому це так? Все очень просто. Зачем было в 2010 году голосовать продолжение, если по подписанному на тот момент соглашению русские находились в аренде в Крыму до 2017 года? Зачем за 7 лет до окончания срока аренды было подписывать Харьковское соглашение? То есть те, кто, типа все эти псевдопатриоты, которые захватили власть реально сейчас и угробили страну за это время, да, они рисуют эту картинку, потому что им страшно говорить о своем, они постоянно находят фейковые поводы и трактуют историю. Харьковские соглашения были вызваны тем, что в связи с кабальными газовыми контрактами, которые были подписаны в 2009 году, хочу напомнить, да, январь 2009, январь 2010, Янукович побеждает на выборах. Хочу напомнить, я тогда шла на выборы в качестве кандидата в президенты и призывала всех к одному. Голосовать ни за Януковича, ни за Тимошенко. Вибачаюся, але тоді вас называли техничным кандидатом Януковича. Это их проблемы. Техничный кандидат Януковича, который заплатил за это последние деньги семьи, которые были отложены на дело. Да? И у нас осталось только на жизнь. Я хочу посмотреть тех технических кандидатов, которые продают свое имущество, а не покупают. Технические кандидаты, следите за руками. Технические кандидаты обогащаются после того, как они технические кандидаты, они продают все свое имущество, чтобы рассчитаться по долгам за избирательную кампанию. Понимаете? Мне надоело доказывать, что я не верблюд. Если вы хотите понять, что в этой стране есть люди, которые реально служат стране и государству, то они напротив вас. Можете меня проверить до трусов. У меня все на ладони. Я больше не хочу об этом говорить и не буду. Я хочу говорить о будущем, я хочу говорить о том, как нам сделать так, чтобы сегодня страна зажила. Я хочу говорить о том, что у нас образование привело к тому, что у нас дебилы сейчас, люди. Извините меня за грубость. Они не умеют писать без ошибок, они не умеют сформулировать задачу, они не умеют заработать денег, они хотят пойти на государственную службу, потому что только там можно срубить Мерседес за 4 месяца работы. Об этом нужно говорить, этим нужно заниматься. Я сейчас с утра до ночи занимаюсь тренингами, мастер-классами, лекциями по лидерству, по образованию, потому что это катастрофа. Мы можем сколько угодно перемывать кому-то кости, но если мы не называем цели, не готовим инструменты, не готовим людей, не готовим инфраструктуру, мы будем в том же говне, в котором мы сегодня живем. Мы сколько угодно с вами можем говорить о партии регионов и Януковиче. Какого хрена мы сейчас, в 2019 году, когда у нас победил антисистемный кандидат, когда у нас есть шанс наконец-то закончить постсоветскую систему, мы с вами тратим как огромное количество времени, усилий, всего на то, чтобы рассказывать о том, что было 9 лет назад. 9! Інно Германівно, ви зараз балотувалися у президента України. Ну, мені здається, що кандидат у президенти України, ну, має відповідати і за, ну, свою біографію і так далі. Тобто нічого у цьому крамольного немає абсолютно. Що значить відповідати? Ви зараз зі мною, що значить відповідати? Ви мене на допрос визвали зараз? На інтерв'ю. На інтерв'ю. Ви мене маркували як одного із лідерів партії регіонів, чого ніколи не було. Я була лідером списку. Ну, четвертий список. Я була лідером списку, а не лідером партії регіонів. Ну, ви мене поправили чудово. Второе. Ви не сказали, що у мене була своя партія Вечі, что была команда «Озимого поколения», что я являюсь автором плана развития страны. Это визитивка. Что я являюсь... Визитивка – это история человека, а не тот маркер, который вы выбираете. Ну, мы будем продолжать, Инна Германовна?
Ми якраз переходимо як вам прийшла на перше інтерв'ю після избирательной кампании? Почему? Ви мені приємні, дуже симпатичні. Навзаєм. Один наш ефір, в якому ми були, був по существу. Сейчас мы с вами говорим бла-бла ни о чем. Хотите говорить о будущем и о сегодняшнем с радостью. Хотите говорить о том, что мертвое уже. Я не специалист по некрофилии. Я о трупах не разговариваю, они меня не интересуют. Меня больше интересуют дети, которым сейчас надо дать будущее. Родители, которые сидят на вализах и думают, уезжать из страны или нет. Это меня интересует. С вашего дозволу будем переходить про актуальное. Ви сказали, що переміг антисистемний кандидат. Да. Це для України добре чи погано? Це прекрасно для України. Якщо б победила Богословська, це було б краще. Але в зв'язку з тим, що люди були націлені на те, що ненавидим всіх, хто хоч як-то був во власті, і вибрали чоловіка, який взагалі ніяк не асоціювався, і він із всього набору кандидатів був єдиним, який взагалі не із політики, це вибір людей. Це шанс реально нам всем закатить рукава, кто в гражданском секторе, кто в политике, кто каждый на своем рабочем месте, кто со своими детьми, кто со своими родителями. Каждый имеет шанс сейчас закончить этот кошмарный постсоветский затянувшийся этап развития Украины. Это прекрасно. Особисто вам не боляче від того, що ви досвідчений політик, один з найдосвідченіших політиків в Україні, от настільки така різниця у рейтингу між, по суті, шоуменом, людиною творчою, яка не має жодного досвіду в політиці. Це плата за інфантильність общества, і нічого страшного. Я абсолютно самодостаточний чоловік. От чого я точно не хочу ніколи в житті, це власті. Я хочу змінень. Якщо для цього потрібна власть, ну, значить, її треба брати. Якщо ці змінення можна досягти без власті, коли вона у кого-то є, и можно это делать в гражданском секторе, я недавно поняла, что самые несчастные мои годы в жизни были, это вот годы в парламенте. Когда я была не в парламенте, занималась консалтингом, юридической практикой, аудиторской, стратегическим планированием и гражданским сектором, я же написала план развития страны, не будучи политиком. Він актуальний досі, до речі? Вне... Что? Цей план... Абсолютно, абсолютно. Ну, просто новые технологии добавили очень много, что можно сделать намного быстрее. Да? Сегодня мы... Ну вот, что бы я, например, сейчас хотела увидеть от команды Зеленского, да, и от всех нас. Две вещи на старте, вот прямо сейчас, да, это снижение тарифов на 40%, что технически элементарно сделать за счет рыночной цены газа, а не доктринальной, которую ввели. И второе – это электронная перепись населения, электронное голосование. У него очень сильные айтишники. Это сделать и за полгода еще плюс к этому сделать электронное общение с бюрократом – все. Это дает возможность потом в течение года спокойно, планомерно уже делать дерегуляцию для бизнеса, решать международные отношения. Але це, можливо, більше задача не президента, а там кабінету міністрів? Нет, это сказки, которые вам начал, нам всем начал втюхивать в голову Порошенко со своей пропагандистской командой. По нашему закону действующему, по Конституции, президент имеет право законодательной инициативы и право вето по любому вопросу жизнедеятельности страны. Это означает, что президент влияет на любой вопрос. До речі, про Порошенка. Чи не вважаєте ви, що він насправді за 5 років свого правління досяг великих успіхів, принаймні у міжнародній політиці? Нет. Ні? Я прямо говорю, Порошенко – подонок. Президент страны, воюющей страны, в которой погибло больше 10 тысяч человек, который ведет бизнес со страной-оккупантом, президент, который зарабатывает незаконные, злые, гнилые, смертельные деньги на поставках в армию. Президент, это же невин особисто. Как это невин особисто? Он назначает Гладковского, который никогда в жизни не имел никакого отношения ни к национальной безопасности, ни к системе защиты. Он его назначает первым заместителем Совета национальной безопасности и обороны. Питание было про международную политику. А что он добился в международной политике? Со всеми странами-соседями у нас ужасные отношения. Ну, с Россией у мает на воле. Почему? С Польшей ужасные, с Венгрией ужасные, с румынами ужасные.
он умудрился поссориться со всеми по нашей границе. Про Донбас хочу вас запитати, усім гостям, які сюди приходять, ставлю одне і те саме питання. Як ви вважаєте, коли і як закінчиться війна на Донбасі? Порошенко допустив таке кількість системних антиукраїнських дій на території Донбасу, що зараз ця перспектива затягнулася дуже далеко. Ми з вами говорили буквально, по-моєму, через кілька днів після того, як там було проведено останнє голосування. Все, последнее голосование, опять же, в украинской прессе, об этом все промолчали, потому что Порошенко было невыгодно об этом говорить. Темники сработали. На самом деле, последние выборы, которые произошли на Донбассе, это полное нарушение Минских соглашений, это легитимизация уже очень существенная местного самоуправления там, и... После этого говорить о том, что есть возможность быстрого освобождения, мы уже не можем. Тобто кроме того, у нас чекає сценарий південного сесії Абхазії? Придністров'я і Абхазія, конечно. Путін пішов по этому пути. Видача сейчас паспортов по упрощенной процедуре говорит о том, что он принял это решение окончательно. Они создают серую зону вокруг бывших стран СССР для того, чтобы постоянно иметь возможность портить нам все. Экономику, настроение. Щодо мовного закону, хотів би вашу думку запитати. Ви підтримуєте чи ні? В такому виді, як він є? Ну, нет. Звичайно. Ні. Чому? Ну, якщо коротко. Ну, тому що це опять ігри на націоналістичному полі, опять подло Порошенко использовал ці інструменти, воспользовавшись тим, що у нього є більшинство в парламенті, да, що це більшинство боїться... А чому націоналістичному? Ну, потому что там хіба есть... мовний закон підтримують там націоналісти? Конечно. Ну, виключно націоналісти. Ні, не виключно, но там є положення, які недопустимі для нормального общества. Наприклад. Понуждення на общення українською мовою в офісах частних компаній. Хіба таке є? Безусловно, прочитайте текст. Я перечитаю. Да, перечитайте текст. Убрали інспектора в офісах жесткими... приватних компаній? Безумовно. І всі українські приватні компанії мають мати документообіг українською мовою, згідно з цим законом. А документ, так, мова йде про документообіг? Документообіг чи спілкування? Та спілкування. Та навіть спілкування. Це і те, і те. Это середньовіков'я, ну, в чистом виде, да? І якщо ми говоримо об українському язикі, то його розвивати потрібно не так, а інвестуючи в нього. Кайф. Вот мы сейчас ехали в машине, у нас работает украиномовное радио, и мы слушаем украинские песни, и у нас было трое человек в машине, и ой, а я это люблю, а я это люблю. Да, идет поток, это наши любимые песни. А больше песен украинских стало чему, зокрема? Тому что ввели так квоты. Чудесно, квоты надо вводить. Кто ж, вы поддерживаете, да? Конечно. Конечно. Ну просто есть инструменты 21 века, есть инструменты средневековья. Вот в этом законе есть инструменты 21 века и средневековья. Сколько ни кричали все, уберите эти средневековые рудименты, безумные, да, не убрали. Ну, получат в результате. Получат. Все, кто проголосовал за этот закон, не получат поддержки на осенних выборах. Просто... Це буде маленький сегмент, і це буде... Просто коли я побачив пана Вілкула з якоїсь трибуни Верховної Ради, заявляє, що йому на кухні, виявляється, забороняють говорити російською мовою, у мене питання, чому він пред'являє претензії Княжицькому, а не своїй дружині? Ну, розумієте, якщо йому на кухні забороняють говорити російською мовою. Тобто така маніпуляція жахлива. Ви ж зараз зі мною теж говорите по-українськи і попросили мене говорити по-русски, так? Чому? Потому что YouTube, ФБ, Instagram – это русскоязычные сети. Если вы поставите в YouTube ролик на украинском языке, вы будете, ну условно, да, вы будете иметь просмотр 15 тысяч. Если вы этот же ролик ставите на русском языке, вы получите миллион. Мовный, российский, напрямую вы получите звучание. Миллион за счет украинской аудитории. Ну, российскомовную, вы имеете на виду. Да, потому что на самом деле ведь врут. Ну, врут, что... 80% киевлян общаются на украинском языке. Ведь это вранье. 80% киевлян общаются на русском языке. Но от этого они не становятся меньше украинцами, меньше патриотами и так далее. Давайте сейчас дойдем до бреда и начнем по языку считать из добровольцев, из тех, кто погиб. Кто был российскоговорящим, а кто был украиноговорящим. Мы что, им кресты разные на могилу поставим? Или мамы по-разному плачут? Или дети по-разному сироты? Двуязычная страна. Давайте убьем Бельгию за то, что там два языка.
Давайте еще разберемся, да, что нам делать со Швейцарией, какой кошмар, там 4. Добре, а тоді закон Ківалова-Колесніченка, це було добре чи погано? Хороший був закон, звісно. Добре. Його використовували просто. Mm-hmm. Хороший закон. Тобто, який абсолютно... буде, зокрема, російську, як регіональну мову. Ну, зокрема, російську. Слушайте, цей закон повністю відповідав Європейській хартії язика. Якщо ви захочете копнути цю тему, і захочете в ній розібратися, то розберіться. Я її знаю досконально, оскільки це була... Ви напряму не голосували, але ваша картка голосувала за нього. У мене нього. Не було. Да, здесь було... карткою mm-hmm. хтось проголосував, як це у нас очень редко со мной было. Ну, вот два случая. Я специально улетела из страны, чтобы не голосовать за Арбузова, а кто-то за него проголосовал, моя карточка. Я приехала, устроила дикий скандал. При том, что у меня была и карточка, и дубликат, и второй дубликат. То есть секретариат даже не имел права выдать ничего. Да? А, ну, то, что творится в парламенте сейчас, ну, извините, поруби по сравнению с Рыбаком, это бандит. Да? Мы к Рыбаку предъявляли претензии, что он как-то там нарушал регламент. Но то, что творится регламентом по Руби, это вообще от парламента ничего не осталось. Парламентаризма сегодня в стране нет. Есть паханат. То был паханат там, последние два года, с 12 по 14, паханат Януковича, да? А сейчас у нас паханат Порошенко, потому что там сидят его подельники, которые законов не читают, за что они голосуют, они не знают. Их помощники тоже ничего не читают. Деградирована полностью история. Семерка какая-то закрытая, неконституционный орган у Порошенко ночью принимает какие-то решения, на утро парламент голосует. То есть в стране на самом деле дно достигнуто. И останнє запитання, дайте, будь ласка, коротку відповідь. На вашу думку, що чекає Україну у наступні 5 років? Як ми будемо жити? У мене хороше настроєння, неділю вже. Я думаю, что у нас хватит сейчас энтузиазма, воодушевления и работоспособности сделать совершенно другую реальность. Ее сделать нужно. Ее за нас никто не сделает. Я буду огромное количество сил и времени уделять гражданскому обществу, потому что я считаю, что это самое главное сегодня. А якщо вас, до речі, покличе команда Зеленського, ви погодитесь? Ну, я точно не пойду в парламент, тому що при одній мислі, що я зайду в этот зал, мені становится дурно. Я точно буду займатися гражданським сектором, і якщо мой опыт нужен, я з удовольствием буду консультантом. Є несколько позицій, на які я можу йти професіонально, але я не уверена, що зараз вот на цьому етапі это нужно. Пусть команда попробує совсем нових людей, якщо вже будет тяжело, но будем помогать. А там справді нові обличчя? Нет, ну что значит? Там есть несколько людей, которые имели опыт работы в каких-то министерствах. Но они другие, они новые по качеству, по сути своей. Конечно, новые. Давайте ще от контрольне запитання. Як ви собі уявляєте от зустріч Володимира Зеленського і Путіна? От про це про що багато говорять. Я мені вам, складно. Я вам могу сказать, что из того, что я вижу, Зеленский будет очень серьезно готовиться к этой встрече. Вот это видно. Але це ж будуть не дебати, це вже буде не шоу, а можливо, ну, очевидно, розмова за зачиненими дверима. Розмова а как жорстка, ви себе представляєте, йдуть переговори між первими лицами государства? Ну, у різних форматах. І, это чистый зокрема, протокол. І зачинені двері. Це дуже серйозний і, протокол. Да. Даже когда закрыты двери, это все равно протокол. А, кроме того, если Зеленский будет выполнять закон, а по закону при любой его встрече с главой другого государства должен быть представитель Министерства иностранных дел и протокола, то он будет молодец. Тогда никто не придумает ничего лишнего. Да? Путин же манипулятор. И врун тоже. Он очень часто врет. И для того, чтобы никто не врал, нужно выполнять процедуру. Вот если Зеленский будет выполнять процедуру, то он сможет быть очень полезным Украине. Да? Задача Зеленского ведь сводится к минимуму. Он должен быть полезным стране, и он должен закончить свой 5-летний срок, чтобы его любили. Все. Вот все, что вкладывается в эти две вещи, полезность и доверие с любовью, это его задача. И я бы сейчас на его месте любое решение раскладывала на две этих вещи. Да? У Ющенко когда-то был очень крутой принцип. Когда он был премьер-министром, какое бы ему ни приносили проектное решение, он говорил, а что ведь всего отримает пересечный украинец?
То есть, а что от этого получит простой украинец? И это был для него маркер первый в любом решении. И поэтому, на самом деле, у самого Ющенко было очень мало неверных решений. Да? Он где-то не мог системно работать, да? Но там, где это была зона его личной ответственности, у него мало ошибочных решений. Потому что его персонал вокруг просто онемел первые месяцы, когда премьер-министр, а потом и президент, он первые месяцы, когда был президентом, точно так же велся, а потом перестал. Он задавал первый вопрос. Что от этого получит простой украинец? Ему нужно было написать несколько пунктов, какова будет эффективность для людей. И я очень бы советовала Зеленскому взять этот подход, как догмат. Не люблю догмы, но это неплохо. Как маркер для того, чтобы проверять правильность тех или иных решений. Почули. Дякую вам, пані Інно. Цікаво, емоційно вийшло. До речі, чи вважаєте ви себе от одіозним політиком? Тому що там, де ви, там завжди емоція. Ви знаєте, коли я йду по вулиці, і останавливаються люди, проходять, потім оборачуються, кажуть, Інна, це ви? Можна вас обняти? Мені більше нічого не треба. Когда мне пишут после любого выступления смс-ки и пишут, Инночка, спасибо, вы мне сегодня ответили на вопросы, с которыми я мучился или мучилась и не могла найти ответы. Я счастлива. Ну вот и вам дякую за то, что ответили на мои запитания. Благодарю вас. Дякую вам. Друзья, дякую. Нагадую, что сегодня гостем программы интервью была народный депутат Украины трех скликань Инна Богословська. Дякую за то, что дивилися.